Вот моя земляночка накрытая. Был дождь. Все вокруг сыро. Здесь кто-то уже был, обвалил на ступеньку. Вот входим. Все заставлено у меня. Здесь доски для пола. Вату нашел на заброшке утеплителем. Дрова для печки. Ну и нужно будет делать проходку сегодня через крышу. Вот батины плоскогубцы советские, регулируются вот так вот, хорошая вещь.
Сейчас этот кусочек буду прибивать к крыше.
Так что вот такая вот конструкция интересная получается. Так, есть. Вышел один гвоздик. Теперь надо второй заколотить удачно. Оп. Уже неточное попадание. Еще чуть-чуть. Есть. Пойдемте прибивать. Так, я думаю, ребята, наверное, сюда еще один гвоздь надо сделать, чтобы было прочно. Пожалуй, пойду я сделаю еще один. Шикарно. Вот так вот получилась у меня такая вот вырубка. Вырубили проем такой.